Уназила, добрый день. Во-первых, хочу поздравить всех молдаван с сегодняшним праздником, потому что это важный для нас праздник. Во-вторых, всех вас поздравить с прошедшими праздниками новогодними, пожелать всем здоровья, счастья и успехов. Сегодня, как я и обещал, пресс-конференция, приуроченная к турниру Eagles 4. Очень интересное шоу нас ждет, с хорошими, я думаю, лучшими боями в начале этого года. Два слова скажу о наших планах на 2017 год. Как вы все знаете, проект Eagles успешно прошел 16-й год с хорошими шоу, с хорошими боями, с первым чемпионом. Были очень много отзывов со всего мира. Конечно, рады, что у нас получается, что мы идем вперед. На этот год мы планируем провести 4 больших зрелищных шоу. Это в феврале, в мае, в июне и осенью, в ноябре. В 3 из них планируется разыграть чемпионские пояса. Первый чемпионский пояс мы разыграли в категории 70 килограмм. Второй чемпионский пояс 18 февраля будет разыгран, я думаю, в очень хорошем бою. В мае у нас будет следующий финал 4 и опять же чемпионский пояс. И уже осенью мы продумаем и просмотрим возможность поставить на кону чемпионский пояс в категории 66. Конечно, год нас ожидает очень интересный. Для этого нужно, чтобы бойцы были готовы к таким напряженным и очень серьезным боям. Плавно перейдем к тому, что нас ожидает 18 февраля. 18 февраля, как обычно, или уже по традиции, турнир Eagles Fighting Championship будет состоять из 2 частей. Первый это будет Eagles Elimination, и вторая часть Eagles Fighting Championship. В первой части нас ждут тоже очень много хороших, интересных боев, много новых имен. Во второй части нас ждут бои в разных весовых категориях. И, конечно же, мейн-ивент вечера, будут полуфинальные бои и будет чемпионский бой. Я сейчас приглашу сюда виновников проекта Eagles 4. И под ваши аплодисменты приглашу сюда первого бойца финальной четверки. Это Самир Алиев. Его соперник, боец из Украины, Дмитро Придибайло. Второй полуфинальный бой. Я приглашаю сюда молдавского бойца Михаила Сырбу. Хочу пригласить соперника Михаила Сырбу
бойца из России Амиров Наби. Перед вами финальная четверка. Я точно знаю, что будут очень хорошие бои, потому что финалисты этой четверки будут встречаться или встретятся в мае на чемпионский бой за чемпионский пояс проекта Eagles. И переходим к главному бою вечера. Это чемпионский бой в категории 77. Я вам скажу, что эта категория, полусредний вес, на нашем проекте ударная. Очень много хороших, сильных, зрелищных, рейтинговых бойцов. Эта категория нам еще покажет, на что способны бойцы, которые и мощные уже, и быстрые, и сильные. Так что под ваши аплодисменты хочу пригласить первого бойца. Это Сергей Барбароши. О сопернике Сергея хочу сказать, что вы все знаете, после полуфинальных боев на Eagles 3 соперником Сергея был Лука Поклит. Но врачи не допускают Луку из-за травмы связки колена. Поэтому было решено, чтобы соперником стал Василий Ботнару. Приглашаю его. Мое мнение, что это будет очень и очень интересный бой. Бойцы сами знают об этом. Ихние тренеры, любители, специалисты. Так что все ждут. Он интересен тем, что кто возьмет чемпионский пояс, это еще полпобеды. Потом будет очень трудно его удержать. Я повторяюсь, очень много хороших бойцов в нашем проекте в этой категории. Так что ответственность очень большая на ребят. Я попрошу всех подготовить вопросы. Ребята готовы к ним, и я тоже. Спасибо. Можно вопрос представителю России? Как ты думаешь, в вашей весовой категории, кто является фаворитом? Я. Представитель Украины, если я правильно посмотрел в шардоге, вы с Одессы, да? Верно. В Украине очень хорошо развит тайский бокс. Выступали ли вы на соревнованиях по тайскому боксу? Если да, какие там результаты, какие соревнования? Нет, по тайскому боксу я не выступал. Выступал по боксу, по универсальному бою, по ММА. Большое спасибо. У меня вопрос к Михаилу Сырбу. Вот только что твой оппонент сказал, что он фаворит твоей весовой категории. Что ты об этом думаешь, что ты можешь сказать в ответ? Я вам пригодит форте бини, что чентура китки, ну критку да, спасибо мне. У меня вопрос Амиру Наби. У тебя был опыт выступать где-то за рубежом, или это твой первый опыт, так сказать? Ну, у меня все три боя были за рубежом. Не было в России боев. А где? В Дубае. Спасибо. У меня вопрос к господину Дариндамиру. Вот этот проект очень известный, и о нем говорят все страны СНГ. Вы будете еще где-то в других регионах, городах, может быть, проводить этот же турнир Eagles Fighting Championship? Спасибо, вопрос интересный. Насчет проводить турниры и в других городах, и в других странах,
Это, конечно, возможно, и я думаю, что в будущем будем проводить, может быть, даже в другом городе дополнительный турнир в Республике Молдова. Уже ведутся переговоры об проведении турнира Eagles за пределами республики. Так что ждем, ждите. Întrebare pentru Sergiu Barbăroșu. Toți fanii te așteaptă un spectacol, un spectacol de luptă ce urmează. Ce poți spune despre adversarul tău, Vasile Botnaru? Ce pot spune eu despre Vasile Botnaru? Vasile Botnaru este tânăr, este la început de drum, are un drum lung încă, foarte lung, că într-adevăr drumul este foarte lung în MMA și foarte greu. Ce pot spune eu despre el? Luptător tânăr, cu ambiții, pregătit fizic bine. Adică va fi o luptă interesantă. Eu am o întrebare pentru Vasile Botnaru. Vasile, spune-ți, rog, cine e antrenorul tău la etapa de față? Cine te pregătește către această luptă? Eu, la mine sunt trei antrenori care mă ajută în pregătire. Andrei Grosu, Eugen Petraiche și Grișa. Вопрос одесситу Дмитрию. Что ты можешь сказать о своем сопернике и как ты себя оценишь? Ну, я рассчитываю на победу. Я готовился к этому бойцу, смотрел его бои. Очень сильный универсальный боец. Думаю, бой будет интересным. Шансы имеешь, да? Конечно, я рассчитываю выиграть. Ну, ладно. Самир, если ты вдруг попадешь, да, за пояс биться будешь. Миша Сыркин, да? Его считают фаворитом. Как ты думаешь, выиграешь ты, какие у тебя шансы и т.д. и т.п.? Понятное дело, что я иду за победой. И тут, честно говоря, в ММА такой спорт, что предугадать трудно. Мне нравится, что Лига Eagles поставила ставку на конкурентные бои, а не на, так скажем, мешкобои. Короче, будешь рубаться и делать все, что... Буду до конца перейти. По воле Всевышнего. Самир, в какой ты форме сейчас? И что можешь сказать о своем сопернике? Ну, я вышел сейчас с каникул. Значит, до каникул у меня была больше упор был на физическую подготовку. Сейчас уже перешел плавно к спаррингам, восстанавливаю форму. За неделю уже чувствую, что выносливость потихоньку растет. Соперника посмотрел два крайних боя. Неплохо работает. В стойке очень хорошо двигается. Уклон, нырки. Все отлично. Будем подстраивать под него план и работать. По воле Всевышнего одержу победу. Дребар Петру Василий Ботнару. Чи подсподись при адверсару ТО Сержу Барбарошу? Поспонс при Сергей Барбарошу. Инвестатор Фартбун, экспериментат, ОСМС. Настер снова минус по науру. Întrebare pentru Vasile Botnaru, tot referitor la adversarul tău. Deci are o barbă impunătoare, într-adevăr. Dacă planifici vreun procedeu special la barbă? Ca cerioșcă. A, să vedem. Вопрос оппоненту Михаилу Серву. Ты как бы смотрел бои его там, как бы, как оцениваешь свои возможности? Ну, я ничьих боев не смотрел вообще. Ну, слабых соперников не бывает. Это понятно. Готовлюсь. Ну. По воле Всевышнего я выиграю, я уверен в своей победе. Василий Ботнару, как бы спойтом, какие реприза с дуреза лупта вастра? Ну что, ну просто спал. Господин Дарин, на каждом турнире все всегда интересуются, как можно просмотреть, где будет трансляция и так далее. Планируется ли на этом турнире что-то необычное? И если да, то что именно? Да, мы обкатывали прошлый год, обкатывали телевидение, трансляции, как оно получается, картинка телевизионная. Все очень хорошо. И в этом году, я думаю, что будут прямые трансляции.
Будут прямые платные трансляции, будут трансляции в стране у нас, ретрансляции. Так что сделаем все возможное, чтобы наш проект увидело больше людей, фанатов, любителей ММА. Вопрос российскому бойцу. Мне интересно узнать, кто ты по национальности, где ты живешь, тренируешься. Да, из Дагестана и Лакиц, национальность. Тренируешься там же, да? Тренируюсь там, да. Но, как все знают, одни из сильнейших бойцов у нас находятся. У меня вопрос, господин Дамир. Мы увидим, допустим, десятки бойцов двигался из мировой элиты. Интересный вопрос. Мы двигаем свой проект. Интересный проект. Нравится многим. Мы растем, и я уверен, что многие из наших бойцов даже в этом году будут в топе лучших. Не могу все вам рассказать сейчас и все секреты выдать, но есть очень интересные планы. Мы ведем переговоры с некоторыми из них. Я думаю, что да, в этом году увидим пару боев суперзвезд, которых все знают. Între bară lui Vasile Botnaru, cum crezi? De ce ți luptați să o câștigi tot în prima rundă, cu knockout sau tot 5? Eu am spus că, nu știu, să vedem în timpul luptei, dar că nu pot să spun înainte și să fac în primul round, în a doilea, în a treilea. A să mă stăruiesc să lupt toate rundele. Bine. Вопрос Дарину Дамиру. Кого вы считаете фаворитом на титульный бой? Я могу оценить, я могу предположить. Мне, как руководителю проекта, у меня не должно быть фаворитов. У меня должны быть просто хорошие предпосылки к тому, чтобы все это тянуть, организовывать и делать все на высшем уровне. Для меня, если честно, все ребята фавориты. И все бойцы, которые уже состоялись как бойцы, и те молодые бойцы, которые я вижу их, как они тренируются, как они стремятся, как они растут. Поэтому для меня все фавориты. Михаил, вспомните, Рог, че планур туа и кум ти гендеш, тен че мод скштижи ачаста пирамида, ша ачаста шентура, че фел де стратегии ту эц фаш пентру тине? Я вас лупрез шим пичуари, ша лупте, тот че че спасибо. Вам приготи форт бини, ша антрюр, вам приготи, я смуцу мес, вор, ша скштиг, вор че прес. Домну Дамир, deci, la finele anului trecut, în mass media a fost informație că ar fi posibil la turneile Eagles să fie în calitate de oaspet de onoare invitat luptătorul irlandez Conor McGregor. Dacă se lucrează în acest sens și dacă avem șansă să-l vedem la noi? Da, se lucrează. Conor, cred că încă mult timp va fi în top ca cel mai bun și luptător și showman. El a spus că și ia o pauză, soția trebuie să nască, posibil o să aibă careva deplasări mai aproape de noi, în Europa, Irlanda, undeva încă pe aproape. Și atunci, cumva, ne-am gândit să unim timpul lui scurt liber care l-a avea cu vizita în Republica Moldova. Se lucrează, dar el este la un contract destul de strict, înțelegeți, el e primul număr, el e motorul актуал о промоции UFC. Аста. Întrebare domnului Dorin Damir. E posibil ca în anul 2017 luptătorii de K1 să participe în proiectul Eagles? MMA-ul din aceste motive se numește luptă mixtă. Pot participa toți care sunt gata pe așa reguli să se lupte. De ce nu? Am auzit Reniță ce vă spunea Станислав, că se pregătește foarte. Mai sunt luptători care vor. De ce nu las să încerci? Sunt în exemple multe în istorie, cum și care s-au luptat luptători și în K1 s-au luptat.
și cum e Alistar Overeem. Stat campion, s-a luptat în cușcă. Nu rău, poate nu așa de bine cum s-au așteptat toți la el, dar totuși a făcut luptă. Așa că așteptăm. Suntem gata. O întrebare încă lui Sergiu Barbaroș. Sergiu, cum crezi? Centura va rămâne la tine sau la Vasile? Desigur, eu voi face totul ca ea să rămâne la mine. Și să rămâie până când voi încheia cariera. Altfel, nu poate fi. Господин Дамир, у меня вопрос следующего характера. В прошлом году мы стали свидетелями первого поражения одного из лучших бойцов весовой категории 77 по ММА, Влада Поповского. У меня такой вопрос. Сможем ли мы увидеть реванш с литовцем в 2017 году? Потому что очень многие ждут этого боя, и я тоже. И я тоже. Насчет Влада Поповского. Хороший боец, можно сказать, даже очень. У него, кстати, 18 февраля будет бой. И будет бой с очень хорошим соперником, с очень титулованным, рейтинговым. И вот пускай он пройдет этого соперника, а потом мы будем думать о реванше, о котором он думает очень давно и не может спать ночами. Вопрос Калиева. Самир, где ты сейчас тренируешься? Кто твой тренер? Я сейчас тренируюсь в том клубе, который я сам собрал еще 3 года назад. Были такие моменты, что мы кочевали немного из клуба в клуб, но я понял, что я не могу быть частью большого клуба. Я сам как бы являюсь, можно сказать так, вожаком стаи, сам тренируюсь по своей системе. Есть у меня спарринг-партнеры хорошие, есть те люди, которые мне помогают, тренера по отдельным единоборствам, таким как вольная борьба, бокс и так далее. Întrebare pentru domnul Dorin Grigorii. Deja are centura. Ce planuri? Cine vor fi adversarii în acest an? Care sunt perspectivele? Bună întrebare. Насчет Григория Панфили и Андрея Барбароши. Я их хочу поздравить еще раз, потому что они сделали бой года. И бой года не только в проекте Eagles. Этот бой, наверное, превзошел многие другие бои во многих серьезных организациях. Сейчас и один, и второй не будет участвовать в нашем проекте. Они готовятся. Я думаю, в следующем проекте Eagles 5, может, даже оба будут выступать. Пока вопрос о защите титула не стоит. Пока Григорий чемпион и обладатель пояса. Может быть, осенью уже будем думать о защите. Так что все двигается, все идет, придет и его время. Спасибо. На этом первая часть завершена. Сейчас мы перейдем ко второй части. Это дуэль взглядов бойцов. Легчайший вес. Первый боец Паланчика Денис. Лупу Георги. Спасибо. Облегченный вес Чебана Георги.
Бога Кристиан. Полусредний вес. Без шляга Игорь. Спасибо. Полусредний вес. Федоров Дмитрий. Тяжелый вес. Романов Александр. Полулегкий вес. Филипский Даниил. Полутяжелый вес. Скороход Николай. Полусредний вес. Поповский Влад. Это не все бои и первой, и второй части. Сейчас мы приглашаем сюда бойцов полуфинальных боев. Самир Алиев. Его соперник Дмитро Придибайло. Второй полуфинальный бой. Михаил Сырбу. Его соперник Амиров Наби. Это финальная четверка. Поаплодируйте. И сейчас я приглашу бойцов главного боя вечера, титульного боя, боя за пояс. Приглашаю Сергея Барбароши. Василий Ботнару.
Приглашаю бойцов полуфинальных боев.